родился 11 марта 1926 года в Москве. Детство прошло на улице Чаплыгина. Семья жила в доме 8 участник Великой Отечественной войны. В 1941-1942 году учился в военно-морской школе. В 1942 году был зачислен юнгой на торпедный катер. Отважный, а через год стал рулевым. Принимал участие во взятии Будапешта, Бухареста, отличился в боях за Вену. При штурме Имперского моста, за время Великой Отечественной войны несколько раз был ранен и контужен. После войны возвратился в Москву. Его сразу заметил режиссер Григорий Александров и пригласил в эпизод фильма «Весна» с 1945 года Юматов. Актер киностудии «Мосфильм» и актер театра студии киноактера Сергей Герасимов взял молодого актера в свою картину «Молодая гвардия», но настоящая слава и любовь зрителей пришла к Георгию Юматову в 1950-е годы. После фильмов «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Герой шибки», «Педагогическая поэма», «Разные судьбы», они были первыми. Своей лучшей ролью считал Веньку Малышева в фильме «Жестокость». Наибольшую популярность он получил после фильма «Офицеры» 1971, в котором снялся в главной роли